Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении, и называется приложение TIC-VPN. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик. Итак, приходим в приложение, у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Для начала у вас представлен, так скажем, раздел, где вы можете выбрать страну, то есть посмотреть премиум, то есть тут вообще сложности возникать никаких не должно. Локаций тут очень много для подключения, по-моему, больше 50. Это действительно очень круто, но, конечно же, некоторые из них под замочком, то есть к ним вы сразу подключиться не можете. Если вы хотите подключиться, вы можете посмотреть видеоролик, и у вас будет плюс 120 минут к одной локации, допустим, какой-то. То есть это в какой-то степени даже неплохо так. То есть вот премиум тут стоит, конечно же, цены, вы видите, они у вас на экране сейчас. То есть это уже ваше дело, если вы хотите, вы можете, конечно же, подключиться, то есть... Все на ваше усмотрение, можете купить премию, можете не покупать, то есть все зависит только от вас. Далее, есть еще одна очень интересная функция, называется она Apps Using VPN, то есть приложение, которое будет напрямую подключены к VPN под влиянием VPN. Если вы неплохо разбираетесь в этой функции, то для начала пользоваться ей не рекомендую, потому что смысла вам от этого никакого не будет, то есть вы все равно поначалу ничего не понимаете. То есть просто со временем вы все равно разберетесь, что это за функция. Объясняю вообще вкратце. То есть это те приложения, которые будут под влиянием VPN. То есть вы можете их внести в список, можете убрать из этого списка все. То есть вы сами решите там. Далее, также есть видео, то есть определенные у этого приложения, и свой VPN-браузер. То есть, в принципе, довольно-таки круто, то есть не у каждого VPN есть свой браузер. То есть вы можете что-то поискать, посмотреть, по сайтам платить и так далее. То есть, что хотите, можете сделать тут. Ну, подробнее я вам советую просто почитать на... то есть, почитать просто... политику и конфиденциальность этого сайта, то есть, чтобы какую-то информацию хотя бы знать о нем и так далее. Далее, подключается очень просто. Просто берете на главную страницу, заходите и нажимаете кнопочку большую такую connect, то есть подключиться. У вас будет выскакивать такое вот уведомление, запрос на подключение. Чтобы подключиться, вам необходимо просто нажать ОК. Отключиться точно так же очень просто. То есть тут трудностей возникать никаких не должно. Если вдруг я что-то не сказал или же... у вас были другие вопросы по поводу этого видеоролика, то есть просто пишите в комментариях или же мне во ВКонтакте, я вам что-то где-нибудь объясню, то есть напишите, я вам постараюсь объяснить что-то как. Ну, а на этом я буду заканчивать сам видеоролик, спасибо всем тем людям, кто смотрел его до самого конца, с вами был ProGamer, всем до новых встреч, увидимся в следующем видеоролике.